Здравствуйте, сегодня я бы хотел рассказать о том, как я попал в видео с Совиком. Короче говоря, я просто зашел на сервер Кули, этого чувака. В его же состав входит этот сервер Боба, вы его знаете, наверное. Вот. Я не могу это название, ну вот, короче... Я написал тот чувств, когда я Blender Go. И вот я на самом деле Blender Go. То есть, ну, как бы вам сказать. Сейчас будет его видео. Вот это уже начинается. Язык довольно-таки чтобы его хотя бы понять, конечно. Ну так, вот. Что это у нас? Ну это будет сложно для так, подготовленных пока. Людей. Я знаю. Помните ни слова по-русски. Сейчас будет его видео. Чадут. Батут, батут, волота. Улан Хайдар. Так, еще. Так. Так, сейчас. Вот он я, Blender Go. Там это... Какая-то черная карта была, я не знаю, просто карта не прогрузилась и просто меня убила просто античитом. Ну вот, и это не я. Какая? Так, сейчас. Это я опять говорю. Блин, Эльхамбайт. О, кем было? Какая? Эн, Айдарма ли? Айдарма. Айдетин? Нет, я не понял. Давай. Вот. Я помню, это было вчера вроде. Просто тупо. Так, вот он опять говорит по-моему. Ну, я не знаю, попал... Это такой популярный чувак, у него там уже 51 просмотр, он играет на каких серверах. Ну вот. Как бы. Все. Я просто попал в видео этого Совика. Мне он нравится, очень нормальный. Оказывается, у него вообще нет времени. Я думал, он просто так и поиграет. Все же я понял, что он играет только, когда снимает видео. Ну ладно, всем удачи и всем пока.